Всем привет, друзья! С вами Влад Широков. В общем, я захожу на биржу Тинькофф Инвестиции, это мой брокер, и начинаю торговлю в связи со скукой, потому что на карантине делать абсолютно ничего, друзья, абсолютно. Что же мы будем сейчас покупать? Так, из бюджета 1900. Акций. Покупаем ЛСР 617. Одну больше цена 617,8. Сколько она сейчас стоит? 617,6. 617,6. Заявка на 617,6. Как тут? Так тут. Стакан открылся. Раз компания сидел, 617,6. Количество вот. Да. Готово. Так. Сразу поставлю продать на... Еще будет у нас сейчас посмотрим по анализу. Ага, не пакетом. Смотрим на скринг. Вот это все.
Киев. Киев. Растет потихоньку. Если мы продолжаем низких ФК, может быть, медленно зацепим дорого. Такое сомнительное, скорее всего. Давайте посмотрим, что там у нас еще. Так, ну что-то будешь выбрать. Магнит, видео, ничего. Теперь не особо важно, что покупать. Ничего, по-моему, даже по одной продает. Может, биржа 105. Не офигенно. Все, либо оживаем. Все ринулись на время. А, она стоила 112. Ничего. Короче, очень сильно отрастает у нас биржа. Ничего. На неделе. 769. Ну, давай сразу. Вот. Давайте я еще посмотрю, что мы тут можем получше. Так, энергетика, ну это все ни о чем, просто МТС. Это сталь плохо. ММТП плохо. Энергетика, золото, дорого. Пакет. Понятно. Да, лучше, наверное, пятница. А я не взял уже. Да, у меня есть заявка на пятницу. Так, да. Ага, пакет. Не выйдет. Пятница. Есть. Это что у нас? Ничего. Давайте смотреть дальше. Ничего. Да, особо выбора-то, в принципе, нет. Отрастает с бирчиками. Наконец-то. Ничего. Не хочу я брать ничего на самом деле. Все закрыто, смысл. Тут же брал по сколько? Брал по 669. 669. 672. 672. 672. 72.
Тут зацензурить одну. Пакет, все пакеты. В общем, ждем. Закупили, ждем. Так, продажа ВСР. Потом это продажа ничего. Заявка на тайминг. Сегодня. Если вам понравился данный ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачной торговли. Всем успехов. И обязательно торгуйте многими акциями по 7 акций. Максимально развивайте депозит. Сейчас я торгую на лайтах. Это 1, 2, 3, 4, 5 акций. Mm-hmm.